добрый вечер. О погоде на ближайшие сутки. Этой ночью в Латвии ожидается переменная облачность без осадков. Погоду определяет небольшой антициклонический гребень. Ветер слабый и местами туман. Порывистым ветер будет только на побережье. Температура в Курземе плюс 14, плюс 16 градусов. В Земгале около 13. В Видземе и Латгалии плюс 10, плюс 12. Днем тон погоды уже будет задавать циклоническая ложбина с атмосферным фронтом. Ожидается облачность с прояснениями погоды, местами кратковременные дожди и грозы. Температура в Курземе плюс 20, плюс 23, в Земгале и Видземе плюс 21, плюс 24, в Латгалии до 25 градусов. В Риге ночью переменная облачность без осадков. Минимальная температура воздуха плюс 14 градусов. Днем в столице ожидается дождь и гроза, воздух прогреется до 22. Тип погоды второй, благоприятный. С вами была я, Галина Солодовник. До свидания.